Москва, 1-7, Эрспорт. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение «Югре» из Ханты-Мансийска в домашнем матче чемпионата КХЛ. Матч, прошедший во вторник в Магнитогорске, завершился победой хозяев льда со счетом 6-2, 1-0, 2-1, 3-1. В составе «Магнитки» шайбы забросили Войтек Вольски, 11-я минута, Виктор Антипин, 21, Ярослав Хабаров, 33, Оскар Асала, 44, Сергей Мазякин, 49, и Данис Зарипов, 55. У «Югры» отличились Алексей Васильченко, 27, и Алексей Михнов, 53. В следующем матче «Металлург» 3 сентября сыграет на своем льду со сталининским «Барысом». «Югра» днем позже примет тольяттинскую «Ладу».